Впервые в истории люберецкого женского спорта наша землячка Диана Ермакова завоевала призовое место на первенстве Европы по боксу. Она является воспитанницей тренера Арсена Рагимова и обучается в люберецкой спортивной школе. 14-летняя Диана Ермакова завоевала бронзовую медаль в первенстве Европы по боксу среди спортсменов 2001-2002 года рождения. Соревнования проходили в Болгарии. Против Дианы выступали представительницы Турции и Ирландии. В истории Люберец это первое подобное достижение. Совсем еще юная девушка-боксер является кандидатом в мастера спорта России. Спортсменка побеждала в первенстве Москвы по боксу 3 года подряд, а в этом году выиграла в общероссийских соревнованиях. По словам тренеров Ермакова, это был первый опыт международных встречу спортсменки. В 2018 году Диана продолжит боксировать на первенствах Москвы, России и Европы. Стоит отметить, что Диана родилась в декабре 2002 года. Соперники же Ермаковой были старше. В будущем, когда Диане исполнится 17 лет, спортсменка планирует участвовать в первенстве мира по боксу. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.